Срочная новость, друзья. Сейчас в российском шоу-бизнесе обсуждают эту трагедию. Оказывается, несколько дней назад в Испании во время отдыха неизвестными лицами прямо из пляжа была похищена известная российская артистка Милана Тюльпанова. На данный момент ее нигде нету, друзья. Сотрудники полиции уже возбудили уголовное дело и ищут артистку. Кто похитил российскую артистку за границей, никто не знает. Очень все скрытно и загадочно, друзья. Узнать что-либо пока не предоставляется возможным, так как это совсем чужая страна. Родственники, друзья и знакомые артистки в России шокированы данной трагедией. Никто не может понять, что же произошло на самом деле. Следите за нашим каналом, друзья, подписывайтесь на нас. Мы каждое утро узнаем, что происходит в российском шоу-бизнесе нового, и сразу же обо всем рассказываем вам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, друзья, и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о свежих выпусках.